9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Памятная дата была утверждена в 2007 году. Этот праздник – дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград – званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, Орденов Славы и Святого Георгия. Накануне президент России Владимир Путин в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца провел церемонию вручения медалей «Золотая звезда» Героям России. В торжественном мероприятии приняли участие более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм, в том числе Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации и кавалеры Ордена Святого Георгия. Нашей стране не раз приходилось сталкиваться с трудными испытаниями, и всегда на любые попытки посягнуть на безопасность нашего государства, его независимость, народ отвечал своим несокрушимым единством. Стеной вставал за родную землю, на полях сражений и в тылу. Мы преклоняемся перед нашими предками, создавшими великую, полную побед историю России. И гордимся солдатами, офицерами, добровольцами, ополченцами, которые воюют сейчас, участвуют в специальной военной операции. С честью выполняют боевые задачи, защищая жизнь и достоинство наших сограждан, отстаивая наше общее право самостоятельно определять свою судьбу. В ходе церемонии в Кремле награды из рук президента получили космонавты Иван Вагнер и Сергей Куть-Сверчков. Кроме того, они были удостоены звания летчик-космонавт. Звезды Героев России также получили 10 военных.